Ну вот, собственно, о чем мы говорили. Вот уже вроде как осень глубокая, и цены на виноград. Вот Шайн Муска, маленькая затрапезная кисточка, 1058. Вот она такая, не очень крупные ягодки и так далее. Здесь вот Чубен, Штойбен, это 300 йен, одна кисточка. И Ниагара, Ниагара, она идет на вес по 352, 333 йены, 303 йены и так далее. Ну и вот ананаси красный, это американский виноград, Акабудо, красный виноград. Тимуку. Ну, тут уже такой виноград, такой, если честно, американский. На вид не очень. Уже какой-то такой с белым налетом, с каким-то, видимо, из холодильника. А, ну еще вот 2L сайз идет. Каки хурма. 495 йен. Стоит пакетик с какими-то черными пятнами, продается. И вот здесь вот М-ка, размер идет, М-сайз, по 95. Кстати, Хоккайдо считается самым вот этим вот плотоядным островом, который употребляет хурму. А вот еще 980 йен на Ниагара, 2 килограмма продается. Прям ящик такой. Ну, вот здесь вот это уже другой супермаркет. Виноград подороже. Шайн Муска, то 1980 йен с налогом 2139, одна кисточка. Это, соответственно, вот покрупнее кисточки идут. А вот эти, которые малепусенькие, они идут 1580 йен, одна кисточка. Ну и вот маленькая, вообще там одни ягодки, считай, 980 йен. Это даже не кисточка, а просто раздербаненные ягодки, Шайн Маскат, 980 йен. Пионы подешевле, виноград, 980 йен одна кисточка. Ну, тут хорошие, крупные ягодки такие. А так, в основном, вот американский виноград. Не знаю, в общем, он дешевый, но на вид, конечно, не очень. Американский виноград, он даже и не вкусный. На вкус он вообще какой-то безвкусный. Мы его один раз брали. А, мы даже не американский, мы чили. Из Чили виноград брали. Там вообще, я не знаю, сколько он до Хоккайдо дошел с этого Чили. Мы брали зимой, но выкинули его. Он вообще вот просто как вода на вкус был. Так, а что здесь? Здесь уже 780 йен. 780 йен, одна кисточка. Это Яманаси Кен виноград. Вот он, то, что японский, он ведет везде дорогой, подороже идет виноград. Ну, хоккайдский, естественно, тут вообще. Вот Ниагара. Одна кисточка, 680 йен.